8 июля в России традиционно празднуют День семьи, любви и верности. Именно этот день считают днем памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Какое место в жизни у ульяновцев занимают близкие и родные люди, сейчас узнаем. Что за семья? Мама, папа. Мама, папа, брат и все близкие. И люди. Любимый человек. Какое место вообще в вашей жизни, ну, по приоритетам занимает семья и почему? Первое. Первое, да. Как вы думаете, как нужно отмечать вот сегодня праздник, День семьи, любви и верности? Как с семьей. С семьей идти на природе, шашлычки, да, прям лучше всего. В загородном доме. На пляже, на шезлонгах, попивая коктейльчик. Семья, я думаю, это самая главная опора в жизни. Чтобы она... Желаю всем, чтобы была у всех семья крепкая, здоровые дети и всего самого хорошего. Самое главное в жизни – семья, любовь, да, дети. Как бы вы отмечали вот этот праздник? Как? День семьи, любви и верности. Так а что? Вся жизнь праздник. Скоро будет 80, вот, с любимой женой куда угодно. Да. Семья – это... Как раньше при Советском Союзе говорили, важная ячейка общества. Это самая основа основ государства, имеется в виду. Вот. А для меня лично семья – это дети, это продолжение рода, это, если хорошая семья, это любовь, верность, вот, уважение обязательно. Ну, семья – это главное в жизни. Как бы вы отмечали данный праздник? С родными дома. Семья для меня значит все просто в моей жизни. Как вы считаете, как нужно отмечать этот праздник? Рядом с семьей. Как бы просто можно сходить погулять на аттракционы, вообще развлекаться, купаться. Ну, это самое высокое слово. То, что семья – это ячейка, как говорится. У меня у самого два сына, внук, внучка. Родители живые до сих пор, так что семья, считаю, самое-самое-самое. Семья – это тепло, это уют, это когда тебя поддержат, позаботятся о тебе и примут тебя такой, какая ты есть. Да. На каком месте вообще в жизни вашей будет семья? Конечно же, на первом. Конечно же, в жизни любого человека семья всегда находится на первом месте.